Опять эти шарики, а? Пойду на кухню, у меня суп убегает. Ой, Максим Викторович, простите, пожалуйста, давайте их сюда, я просто про них совершенно забыла. Может быть, их еще можно вернуть обратно? Виктория Владимировна, сядьте. И ко мне сейчас трудно. Ну что вы так встретитесь, ей-богу? Вы что, из-за вчерашнего вечера или из-за шариков? Ну тоже... Я... Вы что? Что вы делаете? Микай, когда я подумал, что ты уехала в Сочи, чтобы выйти там за кого-то замуж, я понял, что я буду полным идиотом, если я отпущу тебя. Слушайте, шлепните меня. Тебе это нравится? Нет, я просто должна быть уверена, что это не сон, потому что мне однажды уже такое приснилось. Это не сон. Вот это кольцо, Вика. Если ты скажешь «да», я готов заменить его на любое другое. Да? Я люблю тебя. Выходи за меня замуж. Вика, доктор спрашивает, когда за вами заехать. Да никогда. Это не сон? А есть только один способ это проверить.